пришло, в общем-то, оборудование специфическое, специальное оборудование, называется скалыватель льда. Как вы видите, буквально не прошло и 10 минут, мы уже вот практически дошли до асфальта, а накат где-то в 10-12 сантиметров. А вот раньше как вот с таким накатом боролись? Ой, как только не боролись. В основном пытались грейдерами, потом выгоняли тяжелую технику, то имеется в виду бульдозера, пытались с гусеницами колоть этот лед. Не всегда получалось, но потом асфальт разрушали. Это оборудование при скорости 30-36 км в час асфальт не портит. Одна единица стоит 400 тысяч, плюс доставка 60 тысяч рублей. Ну вот, получается 920 тысяч рублей.